Уже в воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. Самый важный и, как выяснили социологи, самый любимый праздник украинцев. Вот сегодня появились данные. 82% опрошенных назвали Пасху самым значительным из всех тех праздников, которые у нас отмечаются на государственном уровне. Завтра днем в Иерусалиме верующие ожидают традиционное схождение благодатного огня. Доставят его и в Украину специальным рейсом. Прямо в аэропорту его передадут представителям епархии и приходов. Делегация из нашей страны уже на Святой Земле. Сегодня нардеп Вадим Новинский вместе с иерархами Украинской Православной Церкви встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Украинцы подарили патриарху уникальную икону соборного мучеников украинской земли.